Анастасия Дурантина, игрок «Кристалла». Настя, сегодня поражение. В чем видишь причины такого результата? Ну, в первую очередь, это наша игра, которую сегодня мы не показали, на что мы способны. Ну, наверное, должны быть какие-то ошибки тоже. Всегда нельзя выигрывать. Но будем потом разбирать игру, отталкиваться от своих ошибок. Надеюсь, завтра у нас еще один день, есть еще одна игра. Надеюсь, завтра выиграем. В первом тайме был достаточно неприятный эпизод, когда Мила Рожкова подкатилась под тебя. Казалось, что ты получила травму и даже покинула не сама паркет. Но в итоге во втором тайме вышло все-таки. Верно, я понимаю, что все обошлось и никакой травмы нет. Да, надеюсь, все обошлось завтра. Надеюсь, у меня ничего болеть не будет. Супер. И можешь ли сказать, повлияло ли отсутствие тренера на игру, на результат в конечном счете? Ну, наверное, конечно, может, повлияло. Честно, я не знаю. Мы готовились. Да, тренер у нас заболел. Но мы отдавались на тренировках полностью, да, там готовились на 100%. Ну, наверное, сегодня это не наш день. У нас были моменты, которые мы должны были в первом тайме реализовывать, во втором моменте, даже при счете там 1-0 у меня было сразу же на первой минуте. Соня мне отдала, сравнивая счет 1-1, и как бы там игра сложилась, уже никто не знает. Но, наверное, сегодня нам не повезло. Матч проходит достаточно неудобное время. Могло ли как-то еще повлиять отсутствие болельщиков? Или это не тот фактор, который влияет вообще на результат? Не, конечно, приятно играть, когда полные трибуны, и мы же играем для болельщиков, да, там, нас они гонят, это как наш шестой игрок, поэтому, конечно, обидно, что мы играем в такое раннее время, но, надеюсь, в будущем это как-то изменит, и будет у нас нормальное время. Спасибо большое.